Операция международной коалиции в Дейр-эз-Зоре угрожает жизни мирных граждан. Об этом заявили в ООН. Напомню, в понедельник стало известно, что самолеты коалиции, возглавляемые США, ночью совершили налет на город Абу-Кемаль. В результате погибли, по разным данным, до 40 человек. Среди них женщины и дети. Вашингтон обвинение отверг. Примерно в это же время воздушные суда коалиции атаковали одно из поселений провинции Рака. Жертвами неизбирательных ударов стали 22 человека. МИД Сирии резко осудил несогласованные с Дамаском вылеты и назвал их агрессией против сирийского народа. Министерство просит ООН дать оценку действиям коалиции. ООН продолжает получать тревожные сообщения о столкновениях и эскалации боевых действий, которые подвергают опасности жизни гражданских лиц в провинции Дейр-эз-Зор. Накануне авиаудары по городу Абу-Кемаль, как утверждаются, привели к гибели десятков людей, включая женщин и детей. Обвинения в адрес международной коалиции звучат все чаще. По данным ряда правозащитных организаций, с начала операции в Сирии и Ираке в результате таких неизбирательных ударов погибли более 3000 человек. Вашингтон признал гибель только 352 мирных граждан.